Здравствуйте, в эфире «Факты и афиша». В ближайшие 5 минут расскажу, на какие события стоит обратить внимание. Они встретились на кастинге мюзикла «Метро» и с тех пор не расставались. Красивая, талантливая пара артистов Виктория и Антон Макарских приедет с концертом в Краснодар. Концерт Макарских – это не только живое пение, но и откровенное общение и музыка, которая сочетается с душевными текстами и прекрасным чувством юмора. Репертуар этого концерта подобран по крупицам из самых важных событий из жизни этой удивительной пары. Вы услышите самые красивые и любимые мелодии, такие как ставшая уже легендарная ария «Бель» из мюзикла «Нотр-Дам де Пари», а также композиции, написанные специально для Виктории и Антона известными авторами. У каждого из нас есть любимые произведения, которые мы перечитываем снова и снова. Для многих это «Аленький цветочек». В Краснодаре покажут спектакль, в основу которого лег сюжет Сергея Аксакова. Для вас на сцену выйдут артисты театра «Добрые сказки», молодежная группа товарищества артистов МХАТа. Смотреть в него я не стану, а красота моя прибавляется. Мне привезли батюшка «Аленький которого бы не было краше на всем белом свете». «Аленький цветочек» – это добрая, увлекательная история о сдержанном слове истинной любви, о том, что мечты всегда сбываются. Не пропустите и подарите настоящий праздник себе и своим детям. Она много экспериментировала в своей творческой карьере. Кумир эстетов и хедлайнер рок-фестивалей. Самая солнечная группа нашей сцены – Сургановый оркестр – приедет с концертом в Краснодар. На этом выступлении зрителей ждет удивительная акустика, которая завораживает с первых звуков. На сцене не просто музыканты, а единомышленники, дружный творческий коллектив, в котором все понимают друг друга с полутакта. Они стали символами танцевальной музыки. И Type, Ace of Base, Headway и многие другие. Именно эти группы повлияли на звучание и вошли в плейлисты танцевальных площадок во всем мире. Впервые в Краснодаре пройдет звездная дискотека Best of the Best, где на одной сцене выступят самые легендарные группы 90-х годов. Hello, Краснодар. It's Penny from Snap. Привет, Краснодар! Это Пенни и Снэп. Я жду вас на Диско Стар, лучшей из лучших, 19 апреля в Олимпе. Увидимся там. See you there. Подготовка к шоу заняла продолжительное время. В итоге удалось собрать всех мегазвезд в одной обойме. В России состоится только 2 шоу. Нам повезло, Краснодар в их числе. Не пропустите и погрузитесь в атмосферу настоящего драйва 90-х. Увидеть мир по-новому и сделать потрясающие фотографии и видео можно в Краснодарском государственном историко-археологическом музее-заповеднике имени Фелицина. Там открылась интерактивная выставка оптических иллюзий «Мираж. Мир будущего». Применение новейших технологий откроет вам иное восприятие окружающего мира. Все, что вам нужно, это сфокусировать камеру своего смартфона на небольшое изображение, расположенное на стене. И вуаля, вокруг вас начнут разворачиваться удивительные сюжеты. В общем, это трудно описать словами, это надо видеть. Теперь расскажу вам о киноновинке. Сеть кинотеатров «Монитор» представляет картину «Живое». Сюжет ленты рассказывает о том, как в межкосмическом пространстве экипажу удается сделать грандиозное открытие. На поверхности Марса они находят одноклеточное биологическое существо. Ученые увлеченно изучают его, делая выводы, что в будущем можно будет колонизировать планету, сделав ее пригодной для жизни человечества. Но уже вскоре им становится понятно, что радость была преждевременной. Возможно, находка несет огромную опасность. Вы перевезете марсианина на Землю? Мы будем изучать его здесь, так безопаснее. Смотрите, как быстро растет. Каждая его клетка – это и мышца, и нерв. В одной клетке и мышца, и мозг. Насколько же оно умное? Такими событиями будет наполнена жизнь края. И помните, счастье заходит в тот дом, где всегда царит хорошее настроение. С вами была Алина Лазарева. До встречи на телеканале «Кубань-24».